Всем привет! Это видео про Realme 9 Pro Plus. И видео, кстати, сейчас снимается прям уже непосредственно прям на него. Ну что, начинаем этот видеообзор. Погнали! Приветствую вас еще раз в таком уютном уголку. Меня зовут Илья, вы на канале Зверье. Это прям настоящий комплект. Все это мне пришло в такой большой коробке. И здесь находится не только смартфон. У бренда Realme вышла коллаборация с датской маркой, которая называется Heliot Emiль. Вот эту датскую марку носят типа всемирно известные, не знаю, там, рэп-личности, к примеру, там, Kendrick Lamar. Ну, окей. И они представили такую коллаборацию и выпустили сумку, которая, представляете, даже была представлена в Париже на парижской неделе моды. Офигеть. Нет, это не она. Наша сумка находится еще внутри. Это сумка через плечо, в которой можно таскать телефон. Но я, конечно, ее померил. Вот такая вот кобура. Ну, по факту это сумка через плечо. Вот как она на мне выглядит, пожалуйста. Буду я ей пользоваться? Наверное, нет. Такая вот из кожи, да, тут Realme, все дела. Телефон можно положить. Ну окей, приятный бонус. Чё по поводу телефона? Вот здесь вот, смотрите. Значит, существуют две версии. На 128 и 256 гигабайт. По цене примерно 34 тысячи рублей. Ну так, примерно там плюс-минус сюда можно найти. И где-то и 38 тысяч рублей. Карт памяти не вставляется. Процессор Dimensity 920. Работает сетями 5G, NFC, 2 стереодинамика, это круто. Супер AMOLED дисплей 90 Гц. Есть быстрая зарядка уже в комплекте на 60 Вт, а это круто, очень быстро заряжается. 4500 мАч аккумулятор, 50 мегапикселей камера, есть супер ночной режим, который реально работает. Сейчас чуть попозже посмотрите фотки. Реально клевые фотки, практически в полной темноте. Вот так вот. Даже уделывает, к примеру, мой Samsung. Есть несколько особенностей по видео. Чуть попозже в разделе камеры расскажу. Значит, две симки поддерживаются, 16 мегапикселей фронталочка. Из особенностей Wi-Fi 6, 3,5 мм, выход под наушники есть, оставили. Давайте обо всем по порядку расскажу. Начнем, ну, давайте с комплекта. Очень нравится, как шрифт написан, очень прикольные цвета, желто-черный. Ну, коробка выглядит прямо, это, значит, зачетно. Значит, в комплекте у нас идет уже чехольчик, это хорошо. Давайте его достанем. Чехол мягенький, такой дымчатый, ну, силиконовый. Type-C-шный кабель, зарядка 60-ваттная в комплекте, она называется Super Dart. Ну, у всех компаний как-то зарядки называются Super Dart. Дизайн блока камер, нравится, как выглядит. У меня цвет зеленый, вообще он существует в трех цветах, синий, зеленый, черный. И я вам скажу, прикольно переливается, то есть ты так вот, когда, знаешь, даже без солнечного света, ты понимаешь, что... Вау, выглядит, знаешь, как вот прям машина покрашена, очень прикольно. Все тут блески прям переливаются. Сзади стекло, спереди стекло. Три модуля камеры, вспышка, значит, здесь у нас написано 50 мегапикселей и OIS, стабилизация. Видео 4К снимает, на широкоугольную снимает Full HD. Есть три режима для фото и для видео, то есть широкоугольный, обычный и двукратное увеличение. Здесь 50 мегапикселей основная камера, можно отдельно включить эти 50 мегапикселей, 8 мегапикселей ультравайд и плюс еще 2 мегапикселя и, соответственно, точнее, здесь это называется не супер макро, ультра макро съемка есть и работает прям на ура. А вот основная камера здесь стоит как раз от Sony, IMX766. С левой стороны находится лоток под две сим-карты, карт памяти здесь не вставляется. С левой стороны, вот под большим пальцем, если вы правша, то у нас увеличение и уменьшение громкости расположились. Это, кстати, очень удобно, когда ты снимаешь, к примеру, на широкоугольную камеру, ты вот так вот поворачиваешь, и очень удобно, когда у тебя палец, к примеру, не как бы задевает вот этот широкий угол, а то есть ты большим пальчиком вот так вот делаешь, и хорошие фотки именно широкоугольные выходят. Вот с точки зрения расположения, короче, увеличение и уменьшение клавиш – удобная тема. Справа под большим пальцем удобно посерединке практически включение. Сканер отпечатка пальца под дисплеем находится. Снизу первый динамик, сверху второй динамик. Очень даже объемная громкость звучит нормально.
Type-C, микрофон 3,5 мм. Конечно, круто, что 3,5 мм оставили. Я, к примеру, во всех современных телефонах все равно бы оставлял 3,5 мм, потому что я этим пользуюсь. Ну, здесь, как говорится, кому это нужно, кому это не нужно. По корпусу это все. Селфи-камера у нас находится впереди сбоку. Пленочка на экране уже будет наклеена изначально с завода. Экран 6,4 дюйма, супер амоледовский, 1080 на 2400 точек и 90 Гц он работает. По ощущению этого телефона, ну да, все очень плавно. Пожалуйста. По производительности. У нас, провел я тесты, стоит Dimensity 920, именно который 5G у нас поддерживает. В Antut набирает практически 500 тысяч очков. Разгорячился у меня на 4 градуса, и 5% заряда у меня ушло. И плюс тесты 3D-марка 2285 в тесте Wildlife. По игрушкам, соответственно, любая игрушка запускается. И в PUBG Mobile тоже замерил FPS. Пожалуйста, перед вами тест, чекайте. Играть можно спокойно, легко и прям комфортно. Из таких плюшек, которые мне здесь понравились, это линейный моторчик X-Оси, то есть вибромотор. И когда мы общаемся с телефоном, когда он нам звонит, то есть приятные такие, знаешь, ощущения от корпуса смартфона ты получаешь. Супер. Очень понравились стереодинамики с такой ценой. И, конечно, камера. Вот что касается ночной съемки, съемки фоток, портретов, блин, прикольная тема. Если брать его как для производства контента, в принципе, в таком бюджете нормально. Но что касается именно по видео, есть некоторые недочеты. А это заключается в том, что, к примеру, у нас максимально, да, 4К, 30 кадров в секунду мы начинаем снимать, но в процессе съемки мы не можем переключиться на широкоугольную камеру. Мы можем также просто увеличить, здесь 10-кратное увеличение цифровое. Вот, мы можем стоп сделать, это удобно, ну, точнее паузу. Но останавливаемся, переключаемся на широкоугольную камеру и начинаем так снимать. Но широкоугольная камера снимает только Full HD. Было бы, конечно, удобно, если ты начинаешь снимать, пожалуйста, широкоугольную камеру, потом ты можешь переключиться на обычную, увеличить, чтобы это все было одним дублем. Видео в размытом заднем фоне будет записывать в разрешении 720. Из режимов камеры у нас есть режим ночь, который распространяется на широкоугольную камеру, на основную и на увеличение, но широкоугольная камера работает, понятное дело, послабже в плохом освещении. Но я вам скажу, что основная камера в практически полной темноте прям отрабатывает на ура. Это реально, это очень круто сделали. В режиме улицы у нас находятся разные эффекты, которые они уже здесь будут предустановлены. Можем выдержку настраивать вручную, сколько нам нужно. И для любителей прикольных фоток, чтобы, знаешь, проэкспериментировать, реально здесь все это есть. Очень все просто подписано. Ночь, улица, видео. Вообще любой человек разберется. Видео можно сделать с улучшалками. Фото, режим портрета. При этом можем выбирать размыривание заднего фона, насколько нам это нужно. Режим 50 мегапикселей. Здесь у нас включается максимальное разрешение. В режим еще. Режим про с ручными настройками. Панорама, ультра-макро, фильмы, замедленная съемка, ускоренная съемка. Двухоконный режим. То есть можно делать экскурсию, при этом записывать себя, там, не знаю, в квадратике, разделить экран пополам, либо вот в кружке. Я провел тесты фото и видео. Давайте вам покажу. Посмотрите, оцените, пожалуйста, в комментариях. И, соответственно, нужно смотреть на качество записи видео и на качество записи аудио. Погнали. Видео в разрешении 4К сейчас у нас работает. Ну, давайте с вами пройдемся и покажем, какие тут цветочки растут. Автофокус работает, ребят, на автомате. Ничего не делаю. Вот так протестируем. Очень быстро. Давайте перевернем камеру на себя. Вытянутая рука. Вот так вот будет качество видео. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, ребят. Еще раз на цветочки. При этом у нас пойдет увеличение. Вот так можно будет зазумиться. Максимально 10-кратное здесь увеличение. Давай сейчас. Вот так вот переведемся в режим фото. Можно сделать пару фоточек. Можно сделать паузу. Широкоугольная камера сейчас у нас Full HD снимает. Вот так вот все это будет дело видно. При этом переключаться между основной камерой и широкоугольной нельзя, то есть нужно только через стоп. И у нас получается, обычная камера снимает на 4К, широкоугольная снимает именно только Full HD. Вот такие вот дела.
О, вкусные сосисочки варят, смотрите, можно еще. Как их? Да, пожалуйста, пожалуйста, можно их как аккуратненько приблизить. Круто. Ну, что скажете, пишите в комментариях, как вам по качеству съемки видео и особенно аудио, как записывает на Realme. Что скажете? Так, в общих чертах. Съемка сразу с двух камер идет очень удобно. Я могу вам показывать, что находится передо мной. Плюс вы меня еще можете видеть. Никаких дополнительных программ ставить не нужно. Все работает просто вот так вот. Сразу попробуем еще и увеличение. А ну-ка, посмотрим цветочки, цветочки. Так, обычное. Автофокус сразу проверим. Супер. Так, ну все, идем. Останавливать при этом нельзя, стопорить. Можно полностью, точнее, на паузу ставить нельзя. Можно полностью остановить съемку. NFC-шка есть, бесконтактными платежами можно расплатиться, карточку Мир привязал, Мир Pay установил, все, пожалуйста, в магазин зашел, оплатил телефоном, можно. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, это я вам сказал, в основном, вот по итогу, ощущения телефона положительные, потому что в такую цену, ну, возьму там в пределах, окей, там 33, наверное, тысяч рублей, потому что на момент записи видео, ребят, надо, конечно, уточнять цену, потому что все варьируется вот так вот. Здесь стоит Android 12, оболочка Realme UI 3.0. Очень хорошо настраиваются виджеты, все управление возможно жестами, можно также активировать обычные клавиши управления, внизу сенсорные. Напишите, пожалуйста, вы в комментариях, что вы думаете по поводу такого смартфона Realme 9 Pro Plus. С вами был Илья, если хотите поподробнее почитать про этот телефон, ссылка будет в описании. Пока!